Великая Отечественная война – одно из самых страшных событий, произошедших в истории нашей великой страны. С самого детства я очень интересовался данной войной. Будучи маленьким ребенком, я слышал много рассказов о своей бабушке. Многие из моих родственников прошли через это ужасное событие. Сейчас я хочу вам рассказать о любимом Юрии Николаевиче. Любимый Юрий Николаевич родился в 25-м году. Когда его призвали на фронт, ему было всего 17 лет. Попав на фронт, он сразу стал разведчиком. После чего он участвовал в ожесточенных боях под Великим Новгородом, где и был тяжело ранен в ногу. Служил он разведчиком. Однажды, возвращаясь со спецзадания, его разведгруппа проходила через минное поле. Впереди идущий боец наступил на мину, после чего она взорвалась и сразу убила солдата. Моего же прадеда отбросило на несколько метров и осколком сильно покалечило ногу. После того, как спецгруппа была замечена, начался серьезный обстрел. Из-за этого ему никто не мог помочь. Единственным спасителем его оказались собаки-санитары, которые затащили его на сани-волокуши и оттащили в санчасть. Собаки беспрепятственно проходили через минные поля, так как на их шеях висело противоминное устройство. Юрия Николаевича Любимова доставили сразу в санчасть, где ему первый раз предложили ампутировать ногу. Он наотрез отказался, ведь его дома ждала его девушка, которую он буквально за несколько недель до фронта познакомился. После этого в течение года его переправляли из госпиталя в госпиталь, где он неоднократно слышал о предложении ампутировать ногу. Так, из-за его упорства и желания не остаться калекой, ногу спасли. В 1953 году он вернулся домой, где начал работать шофером. Он стал управлять трактором. До самой смерти его мучили сильные боли в ноге. Также стоит отметить, что в 1945 году Юрия Николаевича пригласили на парад Победы, где он был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Я также хочу сказать, что в нашей семье существует традиция ездить на кладбище там, где похоронены наши родственники, которые прошли Великую Отечественную войну. За этим кладбищем мы построили небольшую часовню, где каждый из наших родственников может прийти, помолиться и сказать слова благодарности за то, что мы живем под мирным небом. Генеральный партнер проекта – Центр света «Эдисон». Свет вашему дому. Партнеры проекта – Влад Бизнес Банк. Территория выгодных предложений. Магазин «Автоэмали» – все для покраски автомобилей. Сеть магазинов «Ручеек». Бытовые и промышленные фильтры для воды. Компания «Еламед». Производитель медтехники номер один в России.